Что мы можем наблюдать здесь? Питон душит беднягу-медоеда, который еще подает признаки жизни. Но все совсем не так, как кажется. На эту заварушку поспел голодный шакал, предвкушая легкую добычу. Но кто будет в роли жертвы, пока непонятно. Хотя медоед для себя уже все решил. Его совершенно не волнует, что змея еще жива. Не сильно его беспокоит и шакал, который тоже решает поживиться питоном. Получается своеобразное перетягивание каната, где шакал играет против правил. Но медоед, заметно уступающий им по размерам, совершенно спокоен. Он без труда отгоняет конкурента, который то и дело возвращается. Но победа остается за невозмутимым медоедом.